Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. Так, что по поводу события, друзья мои? Через 2 часа 51 минуту оно заканчивается. Но я его не прошел. Проходить нам еще здесь очень много. 10 боев, по моим подсчетам. 4 энергии есть, и 6 мне, видимо, придется покупать. Так что, я не знаю, ребят, схватит ли у нас рун. Но попытаться все-таки надо. Так что давай сразу же приступать именно к прохождению. Так, посмотрим, что у нас тут сейчас будет. Почаще заходите на рынок. Ага, на этом рынке все время все на... за руны. Так, здесь, значит, у нас... Я вижу водорез... Три волны уже? Да вы серьезно? Твою налево. Плюс у меня нету ни одной груши. У меня лишь только восстановление сил 5 штук. А 10 боев еще нужно пройти. Так, этот повысил себе атаку. Слушай, это совсем мне не нравится. Это при том, что здесь будет 3 волны. Так, что мы будем с тобой делать? Наверное, как-то его глушить, наверное. Ё-моё, ну ты посмотри, что творит, а. Либо его в слепоту бросать, либо нам отхиливаться. Наверное, все-таки в слепоту я его брошу. А вот как мы будем отхиливаться, я ума не приложу. Да-да-да-да-да, конечно, ага. Держи карман шире. Слушай, ну может быть нам... Нет, не хватит. Нам не хватает. Так, если я сделаю удар... Ветрокрыл еще, извини меня, вон где. Аж в самом конце, придется тогда его добивать. Нет, все-таки мы сделаем с тобой вот так вот. Нам нужно захилять нашего барсика. Так, ну этот гарморок мне не страшен. Вот с этим давай разбираться в первую очередь. Слушай, поэкономим пока. Нам нужно еще хиляться. Ну что там собрался делать? Они все на барсика нападают. Потому что у него меньше всего здоровья. Естественно, им выгоднее. Твою налево, а. Давай-ка сюда бомбанем. Так, теперь вот так сделаем. И погнали. Просто если мы с тобой проиграем схватку, мне нужно будет покупать еще энергию дополнительную. А рун у меня не так много. Я даже сомневаюсь, что хватит ли у меня в этот раз пройти. За одну энергию, ребята, мы платим с вами 60 рун. Вот и делай выводы. Так, ну что, добить не сможешь, а так? Окей. Третья волна, кто у нас там? Ёлки ты палки, ну тебя-то еще тут не хватало. Ну тут куда ты лезешь, а? Давай, наверное, так сделаем. Этот кого будет кусать? Слава богу, он промахнулся. Ну что, поехали тогда, ужасное чудовище, попробуем успеть разобрать. Наверное, здесь хильнемся еще до фулл хп. Вот, вот это уже другой разговор. Так, удар. Барсик, давай. Эх, даже не кританул. Но, тем не менее, мы с тобой прошли. Вот в данный момент я бы не отказался бы, наверное, либо от груши, либо от прилива сил. Но мне дают 125 миллионов древесины. Древесина, конечно, нужна, но вот не в данный момент. Так, и у нас с тобой впереди мини-боссики. Еще не легче. Ладно, погнали. Надеюсь, у нас получится разобрать. Так, и первый это у нас Громорог. Опять же три волны. Ну что ж, давай потихонечку будем бомбить. Конечно, ребята, это не принципиально проходить это событие, но мне почему-то хочется. Их давно у нас не было. Мы ждали почти неделю. И просто вот так сливать неохота. Отлично. Так, на второй волне нас ждет пристиголовый плюс лаварыг. Лаварыга мы с тобой оставляем на потом. Так, хиляться нам, наверное, пока не надо. Сделаем простой укус. Так, еще укусик. Лаварык вступает в бой. Что он будет делать? Понятно. Все на барсик лезут.
Ну что, и вот теперь отхил. Так, фул хп у всех. Лаврик, естественно, сейчас будет. Слушай, я думал, он защиту на себя поставит. Но нет, ничего такого. Хиляться или... Давай просто укусим. Просто укусим, здесь тоже укус. А вот в конце... Да чтоб тебя, а! Ладно, завалим. Воу-воу-воу, тише. Так, это у нас боссики, да, значит, вышли. Блин, этого будем долго разбирать. Давай тогда начнем вот с этого. Броню понизить или как? Или захиляться? Давай, наверное, захиляемся. Потому что у Барсика здоровья маловато будет. А мне нужно, чтобы они все были с полным хп. Кусаем. Так, ты сиди и не дергайся, пожалуйста, здесь. Без своих суперударов, пожалуйста. Так, и хватает нам... Я, наверное, так делать не буду, скорее всего. Давай его так, уничтожим его. Ну и остался громобой. Так, у него 3 энергии, будет что-то делать? Просто кусает, отлично. Блин, он зеленый, поэтому разборка будет очень долгая и нудная. Так, понижаем броню тогда ему. Плюс укус. Сейчас 100% что-то будет. И он это делает. Но мы успеваем с тобой отхиляться. Не полностью, правда, но все равно, ребята. Крутим колесо и смотрим, что нам здесь выпадет. Угу. Пак необычный. Хорошо. Так, здесь закрываем. Здесь мы с тобой тоже забираем пак. Сразу его открываем. И что у нас тут? Шторморез. Угу, кошмарный пристиголов. Кревет. И все. Так, друзья мои, 2 поединка сейчас будут вообще просто ни о чем. И здесь как раз мы с тобой сольем последнюю нашу энергию. А впереди еще, ё-моё. Впереди еще, по-моему, там 6 поединков. Блин, по 60 рун. 360 рун нам придется с тобой слить. Это как минимум, по моим подсчетам. Так, значит, у нас здесь пристиголов. Пока он здесь один, но волны опять же 3. Водорез и шторморез. С водореза начну. Так, давай понизим броню. А они сейчас вдвоем будут ходить, понятно. Так, давай-ка укус. Плюс добивка. А теперь, наверное, все-таки отхиляемся. Замечательно. Ну ты смотри, что творит, а. Только хильнулся. Успеем? Я думаю, что... придется, наверное, так сделать. И последняя, третья волна. Твою налево. Так, с кого начать-то? Наверное, давай с Костолома. Хотя и этот тоже меня не очень радует. Но все-таки Костолома надо быстрее уничтожать. Насколько я помню, именно этот у нас, да, пылает огнем. Соответственно, усиливает себе атаку. Удар. Теперь обязательно отхил. А этот уже готовится, скорее всего, к разбегу. Потому что у него 3 энергии сейчас будет. Да. Я был прав. И, как всегда, все достается Барсику. Да что ж такое-то, а? Вот они никак от него не отстанут. Так, у него одна энергия. Сейчас просто ударит. Блин, нам нужно... Давай так сделаем. Хотя, друзья мои, что я переживаю? У нас последняя волна, он здесь один остался, и мы его, естественно, разбираем. Все окей. Сейчас посмотрим, что у нас тут выпадет. И это будет рыба, да? 175 миллионов. Лучше бы, конечно, я бы хотел получить плод мудрости. Но не судьба. Ну что, у нас бой с тобой будет за 250 бабочек. И это последняя энергия. Потом придется сливать руны. Так, шепот смерти. Один. И начинает, как всегда, он первый, да? Ну, естественно, чтобы ему энергию подкопить побольше, чтобы сделать суперудар. Как будто мы это не знаем. И он успеет? Или нет? Подожди-ка, сейчас попробуем. Нет, он не успевает.
Так, здесь у нас кревет плюс пестиголовый. Вопрос интересный, кого будем валить? Наверное, все-таки с кревета начнем. Он все-таки помягче, так сказать. Так, пестиголовый. Ну, понятно, этот фаерболами, как всегда, начинает отжигать. Нам нужно будет сейчас... Ага, хильнемся. Но у него 3 энергии. Твою налево, как он сильно жгет, а? Может быть, нам его прокачать? Вместо Барсика. Почему именно его, ребят? Потому что у Барсика ничего особого нету. Ёк-макарёк. Так, змеевик. Эти два зелья... Блин. И как нам быть? Ну, если я даже так сделаю. Змеевика, в принципе, можно подбить. Я боюсь, как бы ветрокрыл здесь не стал чудить именно своей заморозкой. Да это тоже на глушняк бьет. Сейчас посмотрим. Опа, промахнулся парень, отлично. Так, а этот сейчас, наверное, будет делать суперудар. Больно. Так, а вот теперь... А вот теперь что? Давай, наверное, понизим здесь броню. И будем его потихонечку разбирать. Ну как потихонечку? Нам бы желательно быстрее. О, я не успею, ребят, смотрите, сейчас будет супер оледенение. 4 же энергии или 5? Ему нужно 5 энергии, да? Слушай-ка, если ему нужно 5. Если мы вот так с тобой сделаем. Блин, нет, ребят, наверное, все-таки надо делать вот так. И не добиваем, блин. Вот это плохо. Так, а может быть этот все-таки потратится на разбег? Отлично. Тогда ветрокрыл нас не заморозит. Все, окей, я так согласен. Бьем сюда. Укус делаем сюда. Конечно, мы с тобой потеряем штормореза, судя по всему. Но это ничего страшного. Это тоже уже не жилец, потому что мы вешаем на него слепоту, обаяние. Да-да-да-да-да-да. Беги и не споткнись. Все, ребят, этот хлопчик наш. Сейчас мы его быстренько тут разберем. Он сейчас опять промахивается, а мой Барсик его добивает. Вот и все. Делов-то на копейку. Ну-ка посмотрим, что нам здесь выпадет. И это опять древесина. 125 миллионов. Ну а теперь уже придется тратить руны. Как бы я этого не хотел, но придется. Потому что энергии у нас с тобой нету. Поединков еще впереди очень много. Причем поединки такие будут. Очень много мини-боссов. Очень много. Поехали. 65 рун тратим. Вперед. Так, два боя. Мы с тобой получаем пак. Потом опять мини-босс. Ну и так далее, так далее, так далее. Здесь, значит, кревет. И скала. Уже вдвоем, да? Первая волна, они уже вдвоем здесь стоят, готовы. Так, бьет кревет. Очень сильно причем. Мы с тобой в ответку ему. А этот сейчас кого будет? Барсика бомбить? Ну, естественно, кого не могут еще ударять, ребят? Конечно же, именно Барсика. Я уже даже не знаю, что и делать. Так, он сейчас будет разбегаться. Не дай бог уничтожит мне. А ведь он может. Но он не так стал делать. Отлично тогда. Бьем сюда. Здесь атакуем. Так, в кого он сейчас метит? Ты посмотри-ка, а? Докопался. И отхиливаемся. Блин, я не успею отхиляться. Вот это обидно. Давай тогда здесь, наверное, вжарим. Если успеем. Они втроем ходят здесь, эй! Так, уклонение, слава богу. Так, а ты что? Так, кого здесь лучше? Давай, наверное, вот этого гасанем пока. Плюс сделаем вот так вот. Да. Дымодышащий погиб у нас. Так, не дать... Вот этому главное не дать накопить энергию, потому что фаерболами он так будет гвоздить очень жестко. Еще хиляемся. И добиваем с тобой. Вот так. Фу, вроде выровнялись. По хпшкам все у нас хорошо пока. И последняя, третья волна. Твою налево. Костолом. Так, ну здесь, наверное, все-таки надо вот так делать, ребят. Водореза уничтожим.
первую очередь. Так, потом будет костолом бомбить. Если он понизил броню именно кривоклыку, этот сейчас будет, ну, естественно. Это к бабке не ходи, это все ясно. Но еще... Ой-ой-ой-ой. И вот зачем так надо было делать? Твою дивизию. Так, ладно, давай сюда бомбанем. Они сейчас вдвоем будут ходить. Слишком жирно этот кусает, тебе не кажется? По четверть здоровья отнимает сразу же. Так, теперь здесь понижаем броню и не даем ему делать разбег. А ведь он будет его делать. Так, теперь хиляемся. И готовимся к его разбегу. Или он не бежит, я не помню. Нет, он не бежит, он именно огнем жарит. Ну все, ребят, доигрался он на скрипке. Ну порадуй меня чем-нибудь, хотя бы, я не знаю. Да нет, нет. Какой тебе там плод мудрости или прилив сил? Давай будем тебя кормить рыбой, дровами. Всем необходимым, так сказать. Ну что, друзья мои, нам придется опять тратить. Можно, конечно, так, подожди-ка. Это мы сколько восстанавливаем? 5? Слушай, так нам, по-моему, выгоднее восстановить 5 за 260, чем по одной за 65. Вот так вот мы с тобой сделаем. Поехали. Так, после этого мы получаем с тобой пак, и будет опять же мини-боссик впереди. Кто у нас там? Кто, я не вижу. А, громобой всего лишь один. Ну погнали. Он красненький, да? Кусаться будет больно. Но он один. Так, если я ему понижу броню, в принципе, мы его добиваем. Давай смотреть, что дальше. Так, костолом и шторморез. Костолом и шторморез. Так, начнем отсюда. Хиляться? Нет, нам, наверное, вот так лучше выгоднее сделать. Понижаем броню, быстренько разбираем с тобой костолома. Ну, а дальше уже будет все намного проще. Так, кого он бьет? А вот этого делать не надо, ребята. Вот этого делать не надо. Пожалуйста. Взяли моду разбирать костолома. О, этого штормореза мне. Ты посмотри, неугомонный какой, а. Все не успокоится. Что-то он какой-то крепкий. Так, ну сейчас опять же он ходит. Блин, он отнимает здоровье больше, чем я восстанавливаю. И это последняя волна, кто здесь? Так, начнем, наверное, вот с этого. С приста. Тихо, тихо, не надо фаерболы свои выпускать. Окей. Раз, два. Понижаем броню. И добиваем. В плане. Кривоклык, ты не мог добить? Ты серьезно? Пока шторморез. Подожди-ка. Он выжил. Он, друзья мои, выжил, как ни странно. Это у нас с тобой последняя третья волна, поэтому это последний дракон остался, с которым нам нужно с тобой справиться. Так, он почему-то поменял свои цели. Я не знаю, с чем это связано. Но нам это просто на руку было. Давай, не подведи. Блин, я, честно говоря, думал, что плод мудрости получим. Но второй пак у нас все-таки необычный выпадает. Будет потом что вскрыть. Так, здесь мы забираем с тобой. Что там на нем написано, я не вижу. Все сливается. Тоже на почту, да, прилетел. Так, кстати, у нас есть шанс с тобой отбить руны. Затраченные. Но у нас мини-боссик впереди. Так что готовимся. Готовимся, смотрим, что у нас тут будет. Три волны. Ну тут, блин. Тут прихвости. Ну и что под смерти. Это два довольно-таки сильных дракона. Ну, сильные они в чем, ребят? Потому что у них очень быстро действует суперудар. То есть им достаточно три энергии накопить. И все. И они начинают разбирать. Причем довольно, ну ты посмотри. Тут даже видно, ребят, невооруженным взглядом, сколько они отнимают. Тихо, давай еще полыхни. Так, что-то он на всех переключился. Там бомбанул, здесь ударил. Так, змеевик и громобой.
Да отвалите вы все, а. Так, громобой, я думаю, нам пока не страшен, тем более он зеленый. Давай, наверное, вот так все-таки с тобой сделаем. Змеевичка подобьем. Попытаемся подбить. Видишь, бьет он слабо. А вот этот вот охламон немножечко меня напрягает. Причем это и есть мини-боссики. Если я хильнусь, да, это будет отлично. Ну а теперь все на громобое. Как говорится, переходим. Но не забывай, что опять же это вторая волна всего лишь. Давай, наверное, сделаем понижение брони ему. Укус. Что он будет делать? Понятно, Барсик атакует. И на третьей волне нас ждут опять же два дракона. Что это за сияние такое, а, ребят? Я периодически замечаю, что вот это вот какой-то светящийся здесь шарик. Иногда он пропадает. О, смотри, вообще переместился сюда. Такое ощущение, что здесь как будто должен был быть дракон, но его не поставили. Так, успокойся, пожалуйста. Сейчас будет, ребята, эх, очень сильно бьет. Так, ну мы с тобой опять же так делаем. Все. Надо быстренько его разобрать. Может быть даже либо понизить ему броню, либо взять его в слепоту. Я не успею, энергия не успеет накопиться у меня. Поэтому давай тогда вот так сделаем. Фига он жиротряс, ты посмотри. Фиг пробьешь его. А он глушит. Он пытается глушить. На тебе, кривоклык молочек у нас. Ну и что на этот раз? Опять древесина. 125. У меня уже древесина 500. Отлично, кстати, мы с тобой тогда отправим, наверное, ветрокрыло за металлом. Вот так вот мы с тобой сделаем. Ну что, друзья мои, очередной бой, после которого мы с тобой отбиваем 150 рун. То есть это получается 2 руны отобьем из затраченных. Какие 2 руны? 2 поединка, я хотел сказать. 2 руны. Потому что за один поединок мы с тобой тратим 65 рун. Так, так. Подожди к секунду. Давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Блин, наверное, надо было нам все-таки шепот смерти валить. Скорее всего. Хотя нет. Не успеет он все-таки сделать свой суперудар. Хотя почему не успеет? Он может успеть. И он успевает, ребята. Только не... Он не стал делать. Интересно. Раз, два, три. Блин, их тут трое. И они, как всегда, ходят первыми. Ну как вот, ребят, ну... Слушай, нам нужно срочно, срочно просто залечивать. Давай, наверное, сюда. Отхил, отхил слабенький такой получается. Блин, кривоклык, я боюсь за тебя. Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так вот. И слепоту повесим. Да я даже не знаю. Ну давай, давай сюда. Что-то я не то сделал, по-моему, да? Что-то я не то, блин, сделал. Ёпарасоте. Добьешь? Молодец, Барсик, красава. Ну вот, смотрите, что у нас происходит. Нам приходится, ребят, с вами тратить прилив сил. Если его не тратить, могут спокойненько нам кривоклыка забомбить. Не здесь, так в следующем поединке, так точно. Ну, а вроде бы стабилизировались. Хорошо, давай смотреть. Тут... Я даже не знаю, давай начнем с этого, наверное. Ты посмотри, уровень какой. 16-й, 17-й. Это же очень больно будет. Плюс тут у них Костолом, Громель. Давай, давай, свои фаерболы. Я понял, что ты собираешься сделать. Нет, просто ударил. Слушай, ну это странно. Ах, вот что вы хотите сделать. Вы хотите сейчас на глушняк брать. Еще и замедлил. Они хотят... Хотя, подожди, какой глушняк? У него энергии нету? Оу, промахнулся, да ладно. Слушай-ка тогда... Блин, надо этого разбирать, у него усиленная атака.
Так, успокойся, пожалуйста. Твою налево, а. Не трогай мне, пожалуйста. Вот, молодец. С одним разобрались. Но опять же, друзья мои, прилив сил у нас заканчивается. Ты понимаешь, всего две штуки, боев еще много. Еще не забывай, босс впереди. Ну что же, возможно, нам придется с тобой покупать за руны еще, тратить 200, там сколько, 260 рун, чтобы купить 3 прилива сил. Или грушу. Там уже посмотрим, определимся. Ну, а пока побеждаем. Давай-ка посмотрим, что нам тут. Да опять древесина, что ли? Ну, вы издеваетесь, а? У меня уже там ее дофигища, этой древесины. Хотя лишней она все равно не будет. Ну что, 150 рун мы с тобой забираем. И остается всего лишь два поединка. Мини-боссики и, как ты видишь, сам босс. Кто там будет боссом, я не знаю. Посмотрим. Но зато мы события сегодня, надеюсь, пройдем. Так, первая волна, ребята, их уже здесь трое. Вот этот вот подхалим бесявый, надо с ним, наверное, разобраться. В первую очередь. Да это тоже, кстати, не легче. И они все красные, вот эти вот. Это значит, что это мощные драконы. Я специально не стал тратить энергию для того, чтобы успеть потом хильнуться. Так, что-то сейчас будет противное. Ну да. Добиваем. Так, у него 4 энергии, ё-моё. Ну, все, ребят, тут фейл. Тут очевидно фейл у нас. Ты видел, что он сделал? Просто поджарил нас огнем и все, ребят. И у нас барсик сразу отдуплился. Да тут бесполезно, по-моему, драться. Я все равно не смогу их разрулить. Не, я, конечно, попытаюсь. Но это вряд ли. Так, громобой, отвали, а? Не до тебя, вот серьезно сейчас. О-хо-хо, все. Все. Тут нам придется переигрывать. Так, а энергия у нас там осталась с тобой? По-моему, осталась. Офигеть, это только первая волна. И это только первая волна была, ребят. Так, ребят, я попробую переиграть. И будем тогда начинать с тобой именно вот с этого хламона. Хоть этот бесявый, но вот тот, по-моему, все-таки огромные проблемы мне делает. Так что погнали с него. Это пока тут прыгает, дергается. Как вы достали, а? Этот еще с усиленной атакой. Да вы серьезно, блин? Есть. Что-то мы как-то быстро его нахлобучили. Ну вот тут-то как быть. Так, сейчас этот полыхнет. Этот сейчас укусит, да? Оу, смотри-ка, он промахнулся, ребята. Промахнулся. Раз. Два-с. Так, барсик, добивай. Отлично. Так, этот охламон остался один. Я думаю, с ним-то мы разберемся. Да? Поехали. В первую очередь отхиливаемся. Дальше делаем укус. Плюс две атаки. А вот сейчас что-то будет. Понятно. Понизил мне опять броню. Так, ладно, здесь мы уничтожили. На второй волне кто у нас тут? Ё-моё. Этого не трогаем. Нам нужно разбираться вот с этими хламонами. 15-й, так, 17-й уровень. Именно с красных начнем. Так, хотя эти два на глушняк бьют. Ну, ты видишь, что творит. Давай еще и ты ударь сюда. А он так и делает. Ну и этот подхалим. Ага. Хорош. Щиты-то свои убери, парень, подальше. Так, минус. Ага, сразу переключился, понял, да? Кто им не нужен? Хиллер. Ха-ха, жуки. Ну ладно, тогда мы начнем. Понижать будем броню или нет? Наверное, будем. Нам нужно его как можно быстрее загасить. С громорогом мы уже разберемся. Там он ничего не сделает. Ай-яй-яй. Бо-бо. Так, добиваем. Здесь еще успеем хильнуться.
Ну, ребят, я все-таки был прав, да? Тут все зависит от того, какого дракона ты уничтожишь первым. И если непригодных нам, то, как говорится, все будет хорошо. Если ты будешь тут телепунькаться, естественно, тебя разберут. Это вот до этого бой показал. Просто не того стал бить дракона. Так, и здесь у нас с тобой... Йоу, красоты. Нифига. О, они все, ребята, 18 уровня. Ты серьезно сейчас? 18... Ты представляешь, если он вжарит? Это будет, ребята, это вообще будет критично. Еще и водорез тут лезет. Твою налево. Я, конечно, попытаюсь что-то здесь сделать. Так, у него две энергии. Он пока ничего не будет делать, ребят. Ну вот остальные. А, он потратил, да? Потратил. Так, они ходят втроем, друг за дружкой. Промахнулся, а, вот так-то вот. Значит так, смотри, мы с тобой делаем. Ага, делаем, у нас с тобой не будет на отхил места и времени. Давай, поехали вот так вот. Ладно, это переживем. Это же третья волна, да, третья волна, последняя. Добиваем с тобой этого дымодышащего. Отхиливаемся. Ну все, водорез, в принципе, ребята, не жилец. Обалдеть, три волны и в конце трех боссов, мини-боссов поставили. Хитро, конечно. Заберем сейчас с тобой награду и... Опять древесины. Вчера так не хотели мне давать столько, да, по 175 миллионов. А теперь нате, пожалуйста, забирайте. Ну вот, друзья мои, и боссик, естественно, восстанавливаем с тобой энергию, так как одну я потратил. Поехали. Там еще у нас 500 бабочек в конце будет. Ну, что у нас тут выходит? Давай посмотрим. Ага, тут две волны, но я смотрю, тут сплошь и рядом одни мегабоссы. Надеюсь, я правильный выбор сделал. Так, два фиолетовых плюс один зеленый. Фиолетовый, в принципе, мы должны быстро разобрать. Зеленый нам не... как тебе сказать? Тихо ты. Блин. Это потом целую волну ждать. Нет, придется, наверное, так вот делать. Фаербол? Нет, просто атака. Ну что, добьем хотя бы одного. Блин, мне штормореза нужно, ребята. Все. Уже ничего не нужно. Уже, блин, ничего не нужно мне. Давай вот так вот сделаем. Зеленый как раз против фиолетовых очень хорошо заходит. Вот пускай его бомбит. Тут проблема в другом. Как мы будем теперь восстанавливать с тобой здоровье, а? Да никак. На одних промашках мы далеко не уедем, это понятное дело. Какая-то грусть прям началась у меня. Ну ты посмотри, а. А этот сейчас, как всегда, своим лучом будет бомбить. Плюс 4 энергии, да. Еще и заблокировал. У нас нету с тобой возможности хильнуть хп себе, ты понимаешь, в чем дело? Итак, мы далеко не уедем. Но в любом случае, если бы я не стал разбирать... Хотя, тот барсик тоже... Барсик. Тот пристегал его неизвестно вообще, что бы мог делать. Я-то просто боялся, что он будет фаерболами по нам бомбить. Но это же не точно, чтобы он это делал. Да... Давай хотя бы мы с тобой сейчас просто глянем, что у нас будет на второй волне ожидать. Этого сейчас забомбим с тобой, естественно, придется переигрывать. Но мы хотя бы прицелимся. Ёк-макарёк. Вы серьезно сейчас? Два драгура? Плюс скалотряс? О-оу. Ты смотри, чё... Не знаю, ребят. Мне кажется, даже если мы сюда попадем,
Разобрать-то мы их не сможем, хотя если купить, например... А что купить? Кстати, подожди-ка, если мы сейчас с тобой возьмем Вот, вместо Барсика мы сейчас возьмем с тобой ветрокрыло. И нам придется с тобой тратить прилив сил. На что? На заморозку, естественно, друзья. Слушай, ну это офигенные траты у нас получаются. Просто офигенные. Так, Барсик, ты уж извини, пожалуйста, меня, но нам нужен вот этот парень. Тут без заморозки, я думаю, у нас ничего с тобой не получится. Без заморозки, без отхила, без вот всего необходимого. Но еще раз повторю, нам придется с тобой очень много сейчас тратиться. Ай, поехали. Сюда, наверное, будем бомбить. Пока прилив сил есть, ребята, естественно, будем сразу активировать заморозку, сразу же. Кто у нас там ходит? Кривоклык. Чего у них такая инициатива-то офигенная, блин? Тратимся. Тратимся и замораживаем. Пока только такой вариант, ребят, я вижу. И, естественно, начинаем бомбить. Хотя, подожди, нет, хиляться нам массово с тобой нельзя, иначе мы разбудим с тобой всех этих драконов. И наши заморозки, как говорится, толку никакого не будет. Мы можем хильнуться, хотя зачем? Блин. Ладно, я сделаю удар. Я сделаю удар, я уничтожу его. Всего лишь один прилив сил. Поехали. Раз. Так, этот проснулся, да? Голодранец. Еще удар. Теперь уже можно хиляться. Вот так вот мы с тобой сделаем. Ты вот, блин, сейчас специально... Я так и думал, ребята, что это огненный охламон. Я так и думал, блин. Слушай, а вот знаешь, что я тебе скажу? Да ёпрсоте. 285, ребята. И тут 280. Пипец. Что будем делать? Как будем дальше жить? Фиг его знает, замораживать только если. Ну и что, я его заморожу сейчас. Он пропустит, естественно, свой ход. А, мы добьем его. Вот, что самое опасное. Погнали. Так, значит, смотри. Если мы с тобой так вот делаем... Да, пускай поработает на нас. Да, отлично, кстати, кусает. Отлично просто. Ну, зеленого, естественно, не сразу будут, ребят, петрушить. Это им на руку. Так, мы с тобой тратимся здесь. Сделаем заморозку. Одного из этих охламонов добьем сейчас, который себе поставил усиленную атаку, естественно. Отлично, Кривоклык, молодец. Так, а теперь-то что? Теперь нам нужно будить этого парня. Этого парня мы разбудили. Мы понижаем ему броню пока. Кусаем. И пускай он этого охламона нахлобучивает. А чё ты так слабо-то нахлобучил, эй? Так, ребят, еще придется тратить. Заморозка. Блин, я офигею, я все руны слил. Да-да, все руны, ребята, слил. Блин, он же не под моим контролем. Ладно. У него две энергии, да? Что-то будет, наверное... Что-то будет очень болючее. Но я этого не позволю. Я этого не позволю. Ну что, добиваем тогда с тобой этого охламона мелкого. Чтобы он нам тут не мешался. А теперь надо брать вот этого... Давай так, наверное, сделаем. Или не будем? Нет, не будем пока. А вот теперь будем. Так, захилялись. Да никто не сомневался, что ты так сильно будешь бомбить. На тебе. Удар. И добивка, наверное, да? Все. Все, ребята, все руны, которые я накопил, слил на этом испытании.
И дело было даже не в том, чтобы вот получить этих 500 бабочек, а просто захотелось, ребята, мне пройти его. Так, 125 миллионов древесины. Ну, как все, ну, половину, ребята, смотрите, 729 у нас с тобой осталось рун. Забираем эти 500 бабочек и все. Зато теперь как-то спокойно на душе, знаешь, все выполнил. Так, давай теперь вскрывать свои награды. Первый набор, необычный. Что же в нем необычного? Оу. Ресурсы, но этого мало. Размягчитель. Какой по счету этот размягчитель у меня выпадает, ребят? Я уже сбился со счета. Так, отпустить. Да, 160 тысяч рыбы. 160, это смех на палке. Так, опять размягчитель. Нет, водорез. Это, ребят, водорез, его тоже можно, в принципе, отпускать. Он мне не нужен. Так, новый набор карт. Серия испытаний, вот это уже хорошо. Во, вот это реальные, ребята, награды. И лаварик-защитник. Такого дракона у меня не было, и поэтому очень круто. А что это он такой выпадает, как будто он... А, мы его спасли из капкана, типа, да? Нет, парень, иди-ка в ангар. Ты мне здесь особо не нужен. По-моему, все, ребят. Да. Так, где мой ветрокрыл? Я его хочу отправить за железом. Так, ветрокрыл, вернись. И лети за железом. Так, а ты что тут прохлаждаешься, не понял я. Слушай, кто-то же еще может у нас летать, насколько я помню. Кто-то из приближенных здесь. Сейчас, секундочку. Блин, тут 85 уровень нужен для штормореза. Подожди-ка, то ли громобой, то ли кто-то из них. Громобою нужен 80 уровень. Твою налево. Кстати, через 9 часов, ребята... У нас вылупится новое яйцо. Что-то я... А, костолом, нет? Нет, не костолом, а кто же тогда? Я надеюсь, ничего не попутал? Да нет. Блин, мне почему-то казалось, что громобой. Ну-ка, подожди секунду. Тут 85 уровень. Ага. Чтобы шепот смерти пошел искать железо, мне нужно 450 миллионов древесины. Слушайте, ребят, это какой-то грабеж среди бела дня, если честно. Нет, это очень накладно, это очень дорого. Так, а местечко еще одно есть, кстати, у меня здесь. Поэтому можно кого-то отправить потренироваться. Кто у нас с тобой? Вот. Подожди, он где у меня? А, он у меня тренируется. Тогда давай посмотрим кого-нибудь другого. Тут 85 уровень, да, уже? Вот, кревет. Подожди, кревет тоже тренируется. Да что ж такое-то? Так, вернись. Иди-ка обучайся. Конечно. Иди-ка обучайся. Иди опять за древесиной. Железа не хватает, ребят. Чтобы его отправить обучаться, мне нужно железо, а его нету. Так, парящий прихвостень. Иди хотя бы ты, что ли, обучайся, я не знаю. Все равно делать нечего. Так, ну что, остается забрать нам с тобой всякие наградки здесь. Бесплатный пак, давай глянем. Монеты Одина. Загадочный набор. Шепот смерти, кревет, громыль. Так, это все шелуха. Рекламный будем смотреть? Конечно, будем. Монеты Одина. И сама начинка. Шепот смерти, ужасное чудовище, шторморез. Ну, то есть стандартный наборчик, да, получается у нас. Так, здесь тусклый янтарь. Бабочки 30 штук. Плюс еще 30 штук бабочек. И опять же 50 тусклого янтаря. Все это забираем. И еще тут 50 бабочек. Ну, все вроде бы. Еженедельное что-нибудь есть у нас? Нету. Нету.
Хотя, подожди-ка. А, обмен. Так, блестящий янтарь. Две штуки. Я еще могу заказать? Могу. Что тут у нас опять? Еще 50 бабочек сверху. Допустим. Тут мы с тобой открываем пак. Самый обычный. Стандартный даже, я бы так сказал. И пускай активируется последний. И вроде бы все. Я, правда, забываю про нашего верхолаза. Или как его там? Скалолаз, верхолаз. Где он тут у нас? Вот он. Его-то тоже нужно прокачивать, а? Новая способность. Покормить. Он еще маленький у нас. Да, верхолаз его величать. Маленький да удаленький. Ну что, ребята, на этом, пожалуй, мы будем закругляться. Хорошо сегодня повоевали, как по мне. Да, были проигрыши, но куда же без них. И обязательно увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.